А вы смотрите эпичный финал Borderlands, и сейчас я буду перекачиваться. Это так интересно, и вам стопудово надо на это посмотреть. Сначала, правда, мне надо посмотреть, какие у меня очки навыка есть. Итак. Да, я уверен в этом, детка. Да, сюда. Так, вон пули, все по полной программе. Вон скорпиона по полной программе. Так, скорость огня по полной программе. Это тоже по полной программе. Ну что? Я не знаю, что происходит. Сопротивление пулям. Семь очков осталось. Что я смогу вкачать? Скорость перезарядки щита? Шанс воскресить? Нет. Это все не надо, это все не Артём, надо. Артём, нажми на его. Хватит уже! Давайте подождите, что вы, что у вас? Я даже не знаю. Вот для этого вкачаем, все. Я вам комплектован по полной. А где перекачка? Вот здесь. Вот это, мне бы тоже хочу скачать. Чё скачать? Кого скачать? Где скачать? Ярик, качать, говорю. Окей, ждём Каптёра. Не пускай его в игру. О, господи! Ну чё это через говно-то такое? Пацаны, 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 давайте пока он не пришёл, договоримся. Сначала мочим его первым. За 8 миллионов мочим его первым. За 8 миллионов. Я думаю, все согласны. Артём, Каптёр думает, что ты, что это ты смотришь закрытую школу. Ты. Ты. О-о-о, он меня оскорбил. А кто смотрит? Он меня оскорбил. Он меня оскорбил. Всё. Я с ним больше не разговариваю. Ой, сейчас месть будет, ой, месть. Ты с Каптёром и так. Прям главный общать. Общатель, блядь, извините, что же я сказал? Ой, извините, извините. Общатель. Все, хватит. Ну я это все записал. Общатель. Ты удали этот компромат-то. Там такой компромат на меня. Все, хватит, все. Я уже представил, как он выложит все. Да, выкладывает. Я ссылку всем старым друзьям и знакомым, кто знает. Вообще, просто, вы знаете Артёма? А вот ссылочка. Я медленно выкладываю это видео на YouTube. Или медленно. Там, вы хорошо знаете Артёма? Вот, уже другой смысл. Теперь вы будете знать его еще лучше. Хорошо, дайте я уже начну. Начинай. Так. Вы смотрите эпичный финал. Фу, твою мать. Я требую расплаты от робота. Расплаты хочу, скотина маленькая. Я хочу расплаты. Эй, я тут при чем? Я тут при чем? Он ушел с поля битвы. Артём, стой здесь, и ты выиграешь. Эй! Вот это неудачка. Птица тупит. Хватит вам прятаться друг от друга. Тупая, а? Чёртов жареный петух. У тебя какая перезарядка-то у него быстрая? Что так это? Если он не попадает, то он сразу... Если не попадает, сразу перезаряжается. Артём, тут петух! Иди сюда! Ha 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 ha
Господи. Господи, ассасинов. Че, у всех крыша есть, да? Окей. Я не знаю, где коптеру крыша. А, коптеру крыши не досталось. Коптеры не крышуют. При чем там? В общем, коптер все зафейлил. И нам поэтому. Надо взять маленького виспу, однолевельного. И избивать его, что ли? Да, да. Поэтому мы идем втроем. И весело. Фонтан. Так, ну чё, может по-честному, может щиты снимем? Пацаны, щитки снимаем? Нет? А-а-а. Нет. Ах, вы лохобой ещё проклятый. Ладно, ладно, ладно. Давай снимай. Ладно, 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 я сейчас не то, что сниму, я сейчас... Снимай, чё ты, будь мужиком. Я это сделаю. А тут написано: на арене вы сражаетесь с вашими друзьями один на один. Ну ладно. Так надо Артём подождать. А здесь, видимо, большая арена. Подождите, только не начинаем, пока Артём не прогрузится, а то... Артёма просто так можно будет убить. А хотя нет. Тут нельзя пока. Ждём. Артём, ты зеленый. Такой секси. А я красненький. Я вообще секси. Зафоткайте меня, пацаны! Давайте, зафоткайте! Зафоткай меня! Зафоткай, давай! Оу, йоу! Артём испортил кадр. В общем, будем говорить, что коптер засал и 8 миллионов решил нам не... В общем, мы ему будем припомним ему то, что он 8 миллионов у нас забрал. Две команды можно только. Тип турнира. Ну тут две команды. Десматч. Две команды борются на арене за звание чемпиона. Каждая... А, вот есть тип турнира. Две команды борются на арене за звание чемпиона. Проигравшая команда будет заменена и исключена. Каждая команда будет участвовать во всех раундах битвы на арене. Давайте две команды. Я готов, идите сюда. Выбирайте, готов и поехали. Только две команды, тип турнира выбирайте. Only the host can use it. Я его убил. Теперь ты со мной. Где ты? Я тебя не вижу. Где ты? Появись. Я тоже не вижу. Вау, птица с одного удара, это чит, это чит. У меня же нету скилла. Ничего не знаю. Артём, давай, а чё мне ждать надо? Сакс. Не, ну это чит. Это чит. Блин, а мне даже посмотреть нельзя. Артём, давай бей его. Мне легче тебя убивать. Здесь нет преимущества у Артёма, он что-то я перекачался и не... Я перекачался, у меня ничего нет для снайпера. И Артём хранит обед молчания. Обед. А еще завтрак и полдник молчания. Да чтоб тебя. Ты без птицы никто! Я его не птицы убил. А, окей. Но со мной ты без птицы никто! Опять птица достала. Полностью хп сняла. Абсолютно. Я тебе почти полностью хп снял. Так это чит какой-то. Чё? У меня нет такого скилла. Ничего не знаю. Открыто достижение. Can't we get beyond Thunderdome? Давайте все вместе. Артём, я предлагаю объединить свои усилия против него. А потом уже мочить друг друга. Давай.
Только сейчас сделаю, чтобы все команды участвовали. Погнали! Где этот засранец? Вон он. Сволочь. Тём, я его достал! Лови. Полностью хп снимает. Не, это нереально так играть. Пошел нахер! Кидал его. Надо сначала тебя замочить, потом Артема. Артем, давай, если он меня пойдет, ничего, ничего. Где ты? А! Бей его, бей, 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 бей! Ай, меня-то за что? Бей его, бей, козла, давай, бей! Артём, давай! Как-то! Да! Обломись. Убил! Да блин, как так-то? Ну как так? Убил! 1-1-1. Что это было? Ах ты гад, 1-2-1. Я не знаю, как это так сделал. Получилось. Я ему снес, Артём, щиты, бей его! Бей его! Я против... А чё, а птицу можно, кстати, уничтожить? Я не знаю, надо попробовать. О, да. Я в темноту погрузился. То так нечестно. Вы объединяете свои усилия. Да я ничего не могу... Птицу нельзя убить. А, я за... Артём, что это было? Я застрял. Что было? Что это в чате такое? Соу, да, что за пила? Пила, да! Пила Dragon Age, что ли? Ну вот, Артём, вы тоже дали ачивку. Разговорная. Я когда-нибудь выиграю ачивку, нет? Наверное, нет, никогда. Со своим то классом. Давайте еще раз. Это весело. Снова все вместе, давай. Это... Дурная птица! Да я не знаю, как от него уворачиваться, это невозможно. Да ты его... Да! Двух патронов хватает. Артём, давай, 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 давай! Порви её! Нет! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Сзади подошел, так нечестно! Я ему снес все хп, давай! Сейчас они против меня объединились, сволочи! Блин, я даже не понимаю, что это происходит. Я не знаю, я почитаю что-нибудь. Ничего хорошего тут не происходит. Птица тупа, просто бесконечно, безгранично тупа. Но меня она находит каким-то образом, я даже не знаю как. Видимо, мне везет на птиц. Как так-то? Ау! Ну сейчас было честно, все по-честному. Познакомим BioElements с модом гранат. Ну я ничего не сделаю, у меня патроны тупо кончились. Сейчас ты проиграешь, Артём, это была... Это тупая тактика. Тебя сейчас порвет рейджер. Ну я же говорил. Че ты против меня? Че ты против меня имеешь вообще? Я тебе снесу всех хп. Где я?
меня 56 хп, добивай уж. Я трупак. Че ты там свою турель куда поставил? Я не знаю, я хотел подлечиться, что ли, сел. Просто так. Моя турель вам ничего не сделает. Ай-ай-ай. Suck my balls! Я только оружие вас убил. Гады. Артём, ты меня стрелял. Артём за мной бежал. А твоя птица до сих пор летает. Дайте хоть раз-то победить! Чё за фигня, я не мог стрелять? Ой, Артём, ты мне поддался, что ли? Фигня. Ну так нечестно. Ладно, я получил ачивку. Чё за отстой? Ну чё, ещё разок или хватит? Я думаю. Да, ещё бы разочек. Давайте только сейчас по командам. Или так, вместе. Каковы ваши желания, друзья? Без разницы. Мы получили ачивки. Нам больше ничего не надо, наверное. Виспи бы точно ничего не надо было. Это самый неэпичный из всех эпичных финалов. Вообще капец. Если бы мы убили... Давайте представим, что вот этот стул — это коптер. Вот это тебе за то, что у тебя Borderlands не запустился. Вот это тебе за 8 миллионов. Я тебе еще турель поставлю. Патроны кончились. Артём, бей его, бей! Давай! Изрешите его. И петуха. Ау. Мы пришли проводить Артёма на автобус. Он заканчивает эти приключения на планете Пандора. А мы с Рейджером перейдем во вторую часть. Артём, включи в последний раз микрофон в этом прохождении и скажи всем пока. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Скажи всем до свидания. Ну скажи всем до свидания. Сейчас такой скажет, идите все в жопу. Артём не любит прощаться. Артём, я тебя буду обзывать англичанин тогда и буду говорить, что тебе надо пить чай. Чё-то он завис. И ушёл такой без автобуса. И ушёл вдаль. Надо еще музыку известно поставить. Я махшу ему. Давай. Вот, в принципе, и все. Самое долгое, самое эпичное и самое смешное, я думаю, путешествие пришло к своему завершению, к своему финалу, к своему концу. Мы показали вам все, что может предложить Borderlands. И мы играли сначала с Артемом, начинали прохождение, но потом к нам присоединился Рейджер, потом еще нас посетил Коптер, и очень эпизодическую роль сыграл Чернокнижник. Коптер у нас, кстати, стырил 8 миллионов, что ему никогда не простим. Поэтому я хочу большое спасибо сказать этим людям, которые не отказались проходить игру до конца, которые выдержали все и которые абсолютно без всяческих зазрений совести проходили игру вместе со мной, шутили, общались и комментировали. В общем, все равно все получилось. Я думаю и надеюсь, что вам понравилось то, что мы делали и делали на протяжении всего года. То, что мы снимали, как мы шутили и как мы проходили игру.
На этом все, ребята. Мы с вами плавненько переходим в Borderlands 2, а с Borderlands 1 прощаемся. Увидимся с вами в сиквеле, а также в других видеопрохождениях, которые обязательно появятся.